Дальше я вам хочу показать продукт от марки Ren. Мою новинку от марки Ren, маску с гликолевой кислотой, вы уже видели в моем предыдущем видео про маски. Если не видели, то, пожалуйста, ссылочка, обязательно посмотрите. И также от марки Ren Skin Care я взяла вот такой вот на пробу бальзам для губ. Он в объеме 15 мл, он в форме вот такой вот тубы. И у него есть носик. Вот такой вот, собственно, с помощью вот этой штучки я выдавливаю небольшое количество этого прозрачного бальзама на губки и наношу его. Бальзам жирненький, бальзам очень питательный, и опять же я его использую для ухода за своими губами в ночное время. В утреннее я использую стик для губ от марки Dr. Hauschka, а в ночное время я сейчас использую вот этот вот Lip Balm от марки Ren Skin Care, потому что мне захотелось попробовать что-то новенькое, и он меня тоже не разочаровал, очень-очень им довольна. Также от марки Ren я попробовала несколько сывороток вот в таких вот саше. Это сыворотка Instant Firming Beauty Shot. Это такая вот подтягивающая сыворотка, тонизирующая. Ее очень классно носить во время дневного вашего ухода за кожей. После того, как вы кожу тонизируете, вы наносите вот эту сыворотку, даете ей несколько минут питаться, и уже потом наносите ваш увлажняющий крем. Сыворотка также увлажняющая, она прекрасно подтягивает контуры вашего лица, помогает вам выглядеть отдохнувшей, помогает вам выглядеть свежо и помогает вашей коже выглядеть лучше, чем она выглядит на самом деле. Я также попробовала еще одну сыворотку от марки Ren, но, к сожалению, у меня сейчас нет уже ее, они у меня закончились. Сыворотка была для ночного применения, сыворотка была с кислотами. Она является таким неким аналогом гликолевой маски от марки Ren, и тоже мне очень-очень понравилось, но опять же, так как у меня есть маска, я, в принципе, не стала покупать данную сыворотку в полноразмерном объеме. Еще одна марка, мимо которой я не смогла пройти в Америке, это марка Peter Thomas Roth. Это тоже очень известная марка, и я для себя выбрала вот эти вот два продукта из этой марки. Первый продукт это Acne Clear Invisible Dots. Это вот такие вот наклейки на прыщечки с салициловой кислотой и с гиалуроновой кислотой, с маслом чайного дерева, который, собственно, можно приклеить на любой прыщик, на любое высыпание, и за 8 часов данные наклеечки обещают удалить данное высыпание. Вот в данном случае это вот такая вот синенькая коробочка, в ней 72 наклеечки, они вот в таких вот упаковочках, соответственно, в данном блистере 12 наклеечек, вот, их можно хранить в коробочке, я храню в коробочке, а те, которые я использую, я ввожу вот так вот с собой, соответственно, ну, здесь ничего удивительного нет, в принципе, аналогичные наклейки выпускаются в достаточно большом количестве фирм, я об этих конкретно наклейках от марки Peter Thomas Roth слышала положительные отзывы, мне захотелось попробовать, и вот мы, соответственно, открываем данную упаковочку, и в ней вот такие вот наклеечки, вот он, блистер с наклеечками, часть этих наклеечек чуть крупнее, кругленькие, часть чуть меньше, соответственно, в зависимости от размера вашего высыпания. Я, как правило, если я понимаю, что у меня вдруг неожиданно вскочил какой-нибудь вредитель, прыщик где-нибудь, не знаю, в любой части лица, может быть, даже в зоне декольте или на спине, я стараюсь в вечернее время наклеить на прыщик вот эту вот наклеечку от марки Peter Thomas Roth, оставить ее на ночь работать, и с утра, когда я снимаю данную наклеечку, в принципе, могу честно сказать, что о прыщичке можно забыть, и он, если не исчезает полностью, то настолько уменьшается, что, в принципе, становится практически невидим. Могу сказать, что средство действительно работает, наклейки, правда, неплохие. Очень удобная упаковка, в которой большое количество данных наклеек, и, ну, хватит их действительно надолго. И я периодически использую, как я уже сказала, их на ночь, но также иногда, если я понимаю, что я нахожусь дома и меня никто не видит, я могу на прыщик наклеить данную наклейку и в дневное время, и, собственно, также с ней ходить. Она очень неплохо держится, не отклеивается. В принципе, я знаю, что на подобные наклейки даже умудряются наносить макияж, но по поводу нанесение макияжа, честно говоря, я сама не пробовала и не рисковала, но я знаю, что вот если вы наносите данную наклеечку на какую-то зону с минимальной мимической активностью, то, в принципе, действительно, вы можете поверх наложить тональную основу и даже немножечко консилера, и ваша наклеечка будет максимально незаметна на вашем лице.
Второе средство от марки Peter Thomas Roth, в которое я по-настоящему влюбилась, это вот такая вот SPF-защита. Я, в принципе, об этой марке узнала благодаря совершенно потрясающим продуктам с SPF-защитой. Я хотела найти для себя такой универсальный санскрин, универсальное солнцезащитное средство, которое я смогу бросить в свою сумочку, которое там не будет растекаться, которое я смогу наносить как под макияж, так и поверх макияжа, и я узнала. Также, кстати, от Лизы Элдридж, а вот это вот средство Instant Mineral Broad Spectrum, здесь у нас SPF 45, это кисточка с пудрой, выглядит вот так вот. Как данное средство используется? Мы переворачиваем данную кисточку, делаем вот таких вот пару нажатий. Я не знаю, насколько это видно, но вот из кисточки начинает мелко-мелко сыпаться вот эта вот пудра солнцезащитная. Пудра, в которой содержится у нас титаниум диоксид и оксид цинка. То есть это те самые минеральные компоненты, собственно, которые и обеспечивают вот тот вот солнцезащитный фактор. И после того, как, собственно, вы так сделали несколько раз, и средство начало поступать, дальше вы просто аккуратненько с помощью этой кисточки наносите вот эту вот пудру минеральную на ваше лицо. Достаточно обильно, пудра чуть-чуть тонированная, она, в принципе, на лице смотрится как translucent powder, как вот эта вот легкая мелкодисперсная пудра, в принципе, прозрачная. Как я уже сказала, данное средство универсальное, абсолютно классное, потому что его вы можете всегда обновлять поверх вашего макияжа, то есть вы с утра нанесли макияж, через 2-3 часа вы используете данное средство, и вы убиваете сразу двух зайцев. С одной стороны, вы обновляете SPF-защиту, как я говорила уже, фактор 45, это очень-очень неплохой фактор для лета. И также вы избавляетесь от лишнего жирного блеска, что для меня актуально, потому что у меня кожа комбинированная, а данное средство в виде вот той волшебной пудры, которая еще и, собственно, убирает вот тот вот излишний жирный блеск, который за это время появился. Также в этом средстве присутствуют витамины А, С и Е и отсутствует тальк. Средство действительно классное, средство очень-очень хвалят. Закрывается данное средство следующим образом. Я вот здесь вот нажимаю, кисточка уходит вниз, я одеваю колпачок и возвращаю, соответственно, нижнюю помпу на место. Средство убрано, средство можно смело теперь бросать в женскую сумочку до следующего момента, когда оно понадобится, до следующей потребности обновить защиту от солнца. Средство можно использовать как на чистую кожу, так и поверх макияжа, как на пляже. Единственное, что оно не является водостойким, поэтому если вы собираетесь купаться, то, конечно, данное средство вам не подойдет для защиты от солнца, для всего остального средство подходит отлично, очень-очень классно работает, и после нанесения через 15 минут вы уже можете выходить на солнышко, ваша кожа будет максимальным образом тщательно-тщательно защищена. И последнее средство, о котором бы мне сегодня хотелось рассказать, это вот такое вот средство от марки Murad, называется Rapid Resurfacing Peel с 10% гликолевой кислотой. Вот такая вот коробочка. Это не сэмплы, это вот полноразмерное средство, собственно, выглядит оно вот так, вот такая вот коробочка, в которой у нас 16 вот таких вот маленьких одноразовых. Здесь это называется towels, маленьких одноразовых тканевых таких вот штучек, как тканевых масочек. Итак, способ применения данного пилинга. Вы вскрываете данную упаковочку, достаете оттуда тканевую масочку, пропитанную 10% гликолевой кислотой, наносите ее, накладываете ее на свое лицо, либо протираете активно и переносите вот тот состав, который есть на этой тканевой салфеточке, на свое лицо, оставляете на 3-5 минут, желательно не больше, и потом, что самое важное, не смываете, а наносите, наслаиваете поверх данного состава ваше базовое увлажняющее средство для лица. За те 3-5 минут, которые данное средство находится на вашей коже, оно успевает полноценно впитаться. Данное средство – это новинка от марки Murad. Это такой вот эксклюзивный уход, эксклюзивный пилинг, который вы можете делать непосредственно дома, а не в салоне. Пилинг достаточно сильный по своей концентрации веществ, но при этом достаточно мягкий. Он очень-очень эффективный. Здесь помимо 10% гликолевой кислоты в составе находится также витамин
витамин С. И все вместе данные компоненты, во-первых, прекрасно улучшают текстуру вашей кожи, выравнивают все эти мелкие неровности, следы от шрамиков, постакне какие-то. И плюс прекрасно осветляют вашу кожу, убирают следы пигментации, делают кожу более однотонной, более ровной, улучшают цвет лица. И данное средство желательно использовать 2-3 раза в неделю, не чаще. Каждый день данный пилинг использовать не стоит, а вот 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния вашей кожи, вы можете смело использовать данный пилинг. Опять же скажу, что комбинация и дозировка компонентов подобраны таким образом, чтобы ни в коем случае не вызвать какое-то активное раздражение и шелушение на вашей коже. Пилинг, правда, классный. Пилинги подобные очень-очень сильно люблю. Вы знаете, что я очень люблю аналогичный пилинг с кислотами от марки Dermalogica, Gentle Cream Exfoliant, в который входит 5 различных кислот. Я очень люблю гликолевую маску, которая тоже содержит гликолевую кислоту от марки Ren. И подобное средство мне тоже очень-очень понравилось. Мне, во-первых, безумно понравился вот этот вот формат моно таких вот пакетиков, опять же, которые очень удобно брать с собой в дорогу. Мне не обязательно брать целую упаковку. Я вот ровно столько пакетиков, сколько мне надо, могу всегда бросить свою косметичку, бросить свою сумочку и использовать их именно тогда, когда они мне будут нужны. Как вы знаете, пилинги правда люблю. Пилинги использую регулярно, потому что являюсь счастливой обладательницей комбинированной кожи, кожи с расширенными порами, и поэтому различные кислотные пилинги — это мое все. И как человек, который часто пользуется кислотными пилингами, активно использует кислоты в своем уходе за кожей лица, хочу еще раз вам напомнить, что как только вы начинаете использовать кислоты, не забывайте использовать SPF ежеутренне, ежедневно. Это становится вашим must-have'ом, вашим обязательным ритуалом, и в летнее время солнцезащитный фактор должен быть никак не ниже 30, а в идеале 40 и 50 позволит вашей коже быть защищенной и ни в коем случае не вызвать какую-то дополнительную пигментацию. Я постаралась, ну, коротко у нас с вами не получилось, потому что продуктов много, продукты все очень интересные, и каждому мне, конечно, хочется вам подробнее и побольше рассказать. Во все продукты, честно могу сказать, я влюбилась и с удовольствием их повторю, если у меня будет такая возможность. Я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Если вам понравилось данное видео, смело ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу и задавайте вопросы, если у вас они появились. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вы еще не являетесь моим подписчиком. Ухаживайте, пожалуйста, за своей кожей. Будьте, пожалуйста, красивыми, радуйтесь весне и уже у нас наступающему, приближающемуся лету. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!